Мабуть, ви не один раз чули, як корисно виражати свої емоції, що ні в якому разі не треба їх стримувати. Або знаєте про те, що для того, щоб досягнути успіху у своєму житті, треба просто повірити у себе. Мене звуть Оксана Клочко-Макаренко, і я хочу з вами поговорити про міфи у психології. Во всем мире существует такая практика, масса психологических теорий, масса психологических веяний основана на том, что эмоции нужно выражать, их ни в коем случае нельзя держать в себе, потому что это ведет потом к большому количеству проблем, таких как, например, возникновение психосоматических заболеваний. Те люди, которые смотрят мои передачи, не раз от меня лично слышали об этом. И на самом деле вы знаете, я уверена, такие ситуации, когда на работе, например, на японских фирмах каких-то, размещают такие релаксационные комнаты, где есть груши для битья, где любой работник в состоянии стресса может прийти туда, расслабиться, выплеснуть свои эмоции. Вы знаете ситуации, когда люди ссорятся друг с другом, например, в семьях, и начинают там бросать тарелки. Это тоже своего рода способ куда-то реализовать эту вот внутреннюю негативную энергию, которая скапливается, когда мы испытываем какие-то плохие, разрушающие нас эмоции. Масса психологических течений базируют свою терапию как раз на том, чтобы человек мог выплеснуть и выразить каким-то образом свои эмоции. И этот катарсис, который он получает, катарсис — это облегчение от того, что вот это вот все оно вышло наружу, вот такое временное, он вызывает привыкание у человека. То есть, да, действительно, эмоции выражать нужно, но мы, по большому счету, агрессией порождаем новую агрессию. То есть здесь загвоздка стоит в том, что нужно не только выражать свои эмоции, найти для себя какой-то кувшин, в который мы будем кидать кости, да, но и помимо этого еще менять саму ситуацию, которая, собственно говоря, привела к тому, что эти эмоции возникли. Потому что иначе это такая цепная реакция. Эмоции накапливаются, их становится всем больше, чувство неудовлетворенности все больше. И как бы вы их ни выражали, как бы вы ни избивали эту несчастную грушу, вам от этого, по большому счету, легче не становится. Ваша жизнь не меняется. То есть миф здесь состоит в том, что не само выражение эмоций решает проблему, а то, как вы поступаете с той ситуацией, которая привела к тому, что появились эти эмоции. Конечно, сбрасывать этот багаж нужно, но помимо этого нужно что-то еще менять в своей жизни. Второй миф, о котором я хотела бы поговорить сегодня, это про успех. Точнее, даже не про успех, а про нашу уверенность в себе. На этом тоже строится большое количество теорий и психологических тренингов и прочего. Вы можете даже увидеть массу историй в кинематографе, когда, значит, какой-то забитый, неуверенный в себе толстый ребенок, которого все клевали в детстве, в школе, вдруг вследствие каких-то сумасшедших преобразований или случайной ситуации в его жизни становится бешено уверенным в себе, у него все получается, и он идет успешным по жизни дальше. Здесь есть ошибка своего рода, которая заключается в том, что мы немножечко меняем местами причинно-следственные связи. Мы говорим о том, что человек успешен, когда он уверен в себе, а не наоборот. То есть, когда человек успешен, он уверен в себе. Идея заключается в том, что, точнее, нас подводят к тому, что вот если ты хочешь стать успешным, ты должен поверить в себя. Но как ты можешь поверить в себя на пустом месте? Это обман. Если мы человеку, который, собственно говоря, ну, по большому счету, честно, ничего особо из себя не представляет, то есть эту успешность не на что положить, нет вот этой базы, то мы получаем человека очень эгоистичного, эгоцентричного и агрессивного. Каждый раз, когда возникает какая-то ситуация, когда его эту уверенность в себе что-то подрывает, то есть кто-то высказывает сомнение касаемо того, что он действительно крут, это вызывает массу агрессию этого человека, потому что он прекрасно понимает внутренне, что, собственно говоря, все это как раздутый мыльный пузырь. Оно ничем не подкреплено и ничего не стоит, это его уверенность. То есть
Истинную уверенность в себе можно получить только одним единственным путем, преодолевая какие-то препятствия, действительно зарабатывая себе реальные бонусы. То есть, когда мы ставим себе пусть мелкие задачи, но их много, и каждый раз, когда мы эту задачу выполняем, у нас появляется вот это внутреннее ощущение того, что вот я смог, я крут, у меня получилось, теперь я это умею тоже. Это добавляет уверенности в себе. И каждый раз мы можем себе ставить задачи все сложнее и сложнее. И успех будет более обоснован и в большем масштабе приносить больше удовольствия. Таким образом, мы сформируем в себе эту стойкую, уверенную, правильную личность, которую не смогут поколебать, у которой не будет сомнений, когда кто-то будет высказывать какую-то критику в его адрес. То есть не будет вот этих болезненных, агрессивных реакций. Я желаю вам, в какой бы ни было ситуации, находить в себе силы справляться с этими проблемами и решать эти проблемы. То есть приходить к чему-то другому, качественно лучшему. И помните, что никогда не поздно стать тем, кем ты всегда мечтал.